Полуночное удовольствие для ценителей кинематографа. 27 августа в Ивановской области впервые прошла всероссийская акция «Ночь кино», которая стала частью празднования Года кино. Возможность сходить в кинотеатр бесплатно ивановцы восприняли на ура. Более того, в выборе картин для показа принимали участие сами, голосовали на сайте. В результате в единый для всех регионов список вошли 3 отечественных фильма: «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Легенда номер 17» и «Батальон». Одной из площадок акции стал государственный цирк, где в этом году установили новейшее кинопроекционное оборудование. Губернатор, посетивший мероприятие, оценил современную аппаратуру, после чего не смог отказать себе в удовольствии насладиться просмотром фильма, заняв место в зрительном зале. Я вижу, что настоящее российское кино возвращается к нам. И чем больше таких мероприятий будет у нас здесь, тем быстрее люди по-настоящему узнают и увидят современное российское кино.